Приветствую всех подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу арочная 2М. Собрали почти каркас, обшили один торец. Второй торец. Все потихоньку буду рассказывать. Закончили монтаж теплицы арочная 2М. Габариты теплицы 2 метра в ширину, длину 4 метра. Сварена теплица с профильной оцинкованной трубы 20 на 20 и 20 на 40. Полимерно-порошковый окрас цвет шоколад. Фундамент брус 100 на 100 пропитанный антисептиком. Внутри укосины для большей жесткости конструкции. Дальний торец, форточка. Фундамент, значит, брус 100 на 100 пропитан антисептиком, установленный на шпалы клиента. Закрепили уголками, пластинами. Поликарбонат 4 мм 0,65 плотности Actual Bio. Все соты защищены торцевым профилем перфолентой. По торцам стоит уплотнительная резинка. Уголочки для козыречков. Здесь цельная дверь с новым типом замка на крючке. Все качественно, надежно. Вкратце как-то так. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Ответим всем. Заказывайте металлоконструкции. Всем пока.